кто распределять, не знаю, но однозначно он должен быть общим. Я думаю, в каждой семье свои правила. Жена. Что связано с цифрами, мне кажется, жена больше как бы знает. Семейный бюджет, я считаю, он должен быть общий. Традиционно, я думаю, папа зарабатывает, мама тратит. Муж. Не знаю, ну у меня так. Мне нравится, когда это делает мужчина, причем мы зарабатываем оба, но я предпочитаю, чтобы мужчина решал основные вопросы. Совместно. Обоюдно. У кого как лучше получается, наверное, кто лучше в этом функционирует? Ну, конечно, НКВД. Жена. Это я. Потому что женщина больше знает, что купить, что не надо, что надо. Общий должен быть, чтобы и жена, и муж могли распоряжаться им наравне.